договоренности Центробанка с участниками финансового рынка о том, чтобы исключить недобросовестную практику продаж банковских продуктов, не работают. Только 20 учреждений присоединились к стандартам сделок на финансовом рынке, но и их работа не всегда соответствует правилам. Об этом высказалась на ежегодной встрече финансистов глава регулятора Эльвира Набиуллина. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.